Итак, всем привет, сегодня играем в Shadow Tactics Blades of the Shogun. Посмотрим, что это за игра. Начать новую игру. Игрок, сбалансированная сложность, так должно выглядеть первое прохождение игры по замыслу авторов. Игра не слишком проста, но достаточно снисходительна. Профессионалы, враги замечают вас почти мгновенно и более агрессивны. Герой обладает меньшим запасом здоровья, рекомендуется для самых опытных игроков. И новичок. Ну, поиграем на игроке. Стандартный уровень сложности. Внимание, вы можете изменить сложность игры в любой момент через меню миссии. Хорошо, язык озвучки выбираем японский. Нажмите W, чтобы нацелить камеру на выбранного персонажа и восстановить вращение камеры по умолчанию. Окей. Япония. Ранний период Эдо. Ничего личного. Так. Что ж. Я думаю, вы успели прочитать. Похоже, здесь сделали полчища охраны. Кто бы мог подумать? Возможно, все кажется не так уж просто. С учетом того, что здесь есть озвучка, я думаю, я не буду вам читать. Так, сейчас у нас должно быть обучение. Бег. Управление у нас идет мышкой. Левый контрол. Ага. Так. В целом управление удобно. Так, колесиком мыши мы двигаем. Угу. Прыгнуть. Так, мы ниндзя. Тихонечко пробираемся. Так, что у нас есть? Нажмите левый Ctrl и левую кнопку мыши. Журнал заданий. Нажмите B, чтобы открыть журнал заданий. В нем указаны цели миссии. В нем также содержатся подсказки и записи всех слышанных вами разговоров. Совет. Для принятия вами все принятые вами обучающие миссии также заносятся в журнал заданий. Хорошо. Так. Пи. Проникновение в замок Осаки. Поднимитесь по скале и проберитесь в Осакийский замок. Так, у нас идет время, есть таймер. Мы не будем торопиться. Так, я так полагаю, это звуковая волна была, которая в дальнейшем может нам навредить. Вы можете выполнить быстрое сохранение игры в любой момент. Окей, нажмите F5 для быстрого сохранения, нажмите F8 для быстрой загрузки. Окей. Совет, таймер вверху считает время, прошедшее после последнего быстрого сохранения. А! Все, я понял, то есть... Опа-опа. Так, давайте, F5, быстрое сохранение. Легко. Так. Поднимаем труп. Никто нас не видит. Так. Ага, ребята ушли на наш поиск. Оп-оп-оп, быстренько. Так, H, подсветка. Подсвечивает, значит, активные объекты.
Хорошо. Так, а вертеть камеру я не могу, правильно? Да. Хорошо. А, вот оно как. И выбираем, откуда выйти. Хорошо. Так, сейчас убьем левого охранника. Убивай, брат. Блядь! Убирай! Я тебя умоляю, убей! Да, первое, это было не в счет, это было не в счет. А почему? Вот здесь сразу отображается, что я могу его убить. Я думал, там я тоже так смогу. А мне нужно было выбрать вот здесь. Вот здесь, да, меч. Используйте свой ниндзято, чтобы сразить врага вблизи. Дальность 1, радиус шума 3, длительность на секунду. Так, красивые мужчины ушли. Женщина нас не заметит. Так. Крадемся, как тигр. Одинокий воин. Люди умерли от голода. Так, Хаята использует умение ниндзята для быстрой и тихой ликвидации врагов. Нажмите А и выберите врага. Используйте левую кнопку мыши, чтобы убить его. Для нелетального воздействия нажмите Y и выберите нокаут. Или смените режим на панели. Так, зажмите левый контур при использовании левой кнопки мыши. И это автоматически поднимет тело. Окей. Тихо. Никто не заметит тебя среди этих тупов. Окей, файн. Так. Че вы, ребята, пойдете куда-нибудь? Женщина, отвлеки их. А я могу что-нибудь кинуть? В управлении при активации вы можете использовать объекты окружения. Нет, я прям кинул. Ладно, мы тогда обойдем этих красивых мужчин и... И спустимся. Здесь? Нет. Я не могу спрыгнуть здесь. Почему? Вот здесь могу. Опа, а сюда? Сюда не могу. Понял. Так. Окей, тогда спускаемся вниз. Нужно зайти. Нет, не сюда. В дом. Заходим в дом. Так, выйти мы можем отсюда. Выйдем отсюда, нас заметит тот красивый мужчина. Так. Нам бы камушек. Камушек бы взять. Есть здесь где-то камушек? А, вот, на, нашел. Вот. Нужен камушек. Окей, мы не можем. Мы не можем взять камушек, отстой. Быстро, пока нас никто не заметил. Окей. Мы ниндзя. А, так, это просто спрятаться. Окей. Идем дальше. Так. А, как там вырубить эту женщину? Тихо. Не надо. Спейс. Переключайте между движением. А, ну это присесть. Так, подождите. А как? Доберитесь. Да, окей. Мы. Ё-моё. О, как камеру повернул. А, окей, сори. Хуе. Она нас заметит? Нет, она нас не заметит. Женщина, мне нужно вас... А, ей похер на меня. Тихо, замолчи! Блять! Брось ее, брось, мужик! Бежим!
Предупредительный в колено. Так, а как? Подожди, что? Отсюда, ё-моё. Ну-ка, подожди, F8. Да. Ладно, отсюда, так отсюда. Так, да-да-да, давайте, мужчины. Мужик, заходи, да. О, кстати, я могу сюда... Так, заодно вот нас... Давай, брат. Так, это да, это мы знаем. Нажмите А, и это чтобы убить. О, А, Y. Для нелетального, все, я понял. Кенджитс! Все, мужчины, до свидулечки. Так. Так, раз мы теперь можем камеру покрутить, может быть, мы сможем там все-таки спуститься. Да. Последнее сохранение. Так, F5. Манимся. Так, женщины никакой нету. Тихонечко. Тихо. Тихонечко. Так, здесь угрозы нету. Что у нас в домике? Давай, давай, бегом. Хозяева. Ага. Все чисто. Так, F5, быстрое сохранение. Нам говорят, мы нажимаем. У всех врагов есть поле зрения, обозначенное зеленым конусом. Выделите врага и используйте правую кнопку мыши, чтобы увидеть его поле зрения. Если вы попадете в поле зрения врага, конус начнет закрашиваться желтым. Если вас коснется желтый цвет, враг заметит вас и поднимет тревогу. Это мы заметили, он еще предупредительный в колено шмальнуть может. Так. Выделите... А чё, что нажать? Подождите. Готовься к смерти, мужчина. Действовать нужно быстро. Хыч! Сюда, хороший. И все на, и все на, и все на его. Никто не узнает о том, что ты был здесь. Тут интересно, можно лутаться? Я думаю, нет. Чё-то всё-то. А что с колодцем можно сделать? Можно кого-то скинуть в колодец? Ну да, прям. Так, а ворота заперты. Слишком высоко придется идти в обход. F5. Это что? А вот, на D появилось. Ага, кинуть камушек. Куда мы можем кинуть камушек? Вы вообще ничего не слышали. Хаято умеет отвлекать врагов, бросая камни. Нажмите D, укажите место и нажмите D, чтобы бросить туда камень. Враги, попавшие внутрь своего круга, будут несколько секунд смотреть направление шума. Совет-то врагов не подманить камнями, но отвлечение внимания на пару секунд дорогого стоит. Так, окей. О! Тише. Так. Братцы, вам нужно... Подождите, а мне нужно куда? Ворот... А, ну мне нужно в обход, значит... Братцы, смотрите туда. А почему я идти-то не могу? Мужики! Легко. Ух ты!
В 5. Быстро, быстро, быстро. Черт возьми, все ворота заперты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это смертный самурай. Муген. Так. Нам нужно всего лишь всех убить. О, отлично. Сюрикен. Дальность 12, шум 10, шум 6, длительность смерти 4 секунды, батюшки. Сюрикен когда-то убивает одного врага на средней дистанции. Нажмите S, укажите цели, используйте левую кнопку мыши. Угу. А. Окей. Так. Мы такие, ой-ой-ой. Что это за звук? Давай, умирай. Как долго умирает? Сюрикен вернули. А, ну-ка, я могу его туда? В бочку? Найс. Хопа. Ты сюда. Так, брат, мне нужно тебе помочь. А я смогу вот здесь? Я думаю, нет. Так, вот это. Сначала вот этого парня. Не могу. А, ага. Хоп. Пошел, пошел! Ля мужчина, ля рубит. Хороший союзник, хороший. Выбор персонажа. О. Окей. Быстро сохранение. Так. Подожди, а какие ворота ему нужны? А, вот эти вот ему нужно отпереть ворота. Муген может использовать свою бутылку саке как приманку для врагов. Нажмите D, укажите место, ну как камушек. Противник может заметить бутылку, если она попала в яркую зону поля зрения. Окей. А как, блядь? А, во. Просто правой кнопкой нажать. Нет, нет, мужик. Бутылка. Да я, нет, 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 не дом. Вы че? Мужик, бежим, 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 бежим. О, ё-моё. Кажется, у нас проблемы. Так, ладно. А, не будем тратить время. Быстренько F8 нажмем. Угу. Есть. Да-да-да-да-да. Так, бутылочку. А. Да ёп! Куда ж ты, ёп? Блин, я думал он... Вот так. Опа. Саке. Алкоголь убивает. Запомни это. Воспользуйся этими знаниями в следующей жизни. Так, магнит своим умением разрешить ветер способен убить всех врагов в радиусе действия. Окей. Прошу. Ага. Это было просто. Это было просто. Что ж, неплохое обучение в целом. Да и в принципе игра мне нравится. Игано. Хаят. Иго.
Какова наша миссия? Ну, всего лишь нужно взорвать ворота. Я думаю, это не проблема. Так, я думаю, это короткометражное видео мы оставим как тест. Вот, и продолжим немножечко попозже играть в эту игру. Надеюсь, в скором времени с вами услышимся.